Всем привет! Сегодня мы будем рассказывать про Volvo XC60, а конкретно про кузовной ремонт, про стоимость деталей, услуг. На той неделе именно этот автомобиль был в ролике, но мы рассказывали про ремонт подвески, про восстановление подвески. Так как этот автомобиль попал в ДТП и пострадала и подвеска, и кузовные детали, мы решили разделить этот ролик на две части. И сегодня у нас вторая часть, и речь пойдет про кузовное восстановление. Я нахожусь в полуразобранном автомобиле, вернее, в автомобиле с полуразобранным салоном. Ну, ощущения непривычные, торпеды передней панели нет. Ее сняли для того, чтобы ее заменить, так как удар у нас был фронтальный, ну, в подвеску, как мы помним, и в правую сторону. Соответственно, у нас сработала фронтальная безопасность и, соответственно, 5 ремней безопасности. Шторки, боковые подушки в сиденьях, соответственно, остались целые, так как бокового удара не было. Начнем с ремней безопасности. Ремни безопасности мы уже заменили и установили ремни безопасности бывшего употребления. Почему? Дело в том, что технология ремня безопасности устроена достаточно сложно, и восстанавливать ремни на Volvo достаточно сложно. Поэтому мы установили бэушные, подержанные, чтобы не влезать в механизм ремня безопасности, чтобы в случае, если хозяин автомобиля, не дай бог, попадет в ДТП, чтобы безопасность отработала на заводском уровне так, как полагается. Комплект ремней безопасности, два передних и три задних, подержанных БУ, стоит 25 тысяч рублей. Переходим к фронтальной безопасности. Передняя панель. Переднюю панель сняли. БУ пока продемонстрировать вам не могу панель. Она к нам идет со склада в цех. Решили не восстанавливать переднюю панель, а установить БУ, потому что, опять-таки, она заводская, она соответствует текстуре обивок. В принципе, восстановление передних панелей и сейчас неплохо делаются, но она немножко выгоревшая все равно БУ, да, и обивки передние тоже немножко, как бы, уже, да, походили, пожили, и чтобы все выглядело одинаково, приняли решение установить переднюю панель БУ. Стоит она 20 тысяч рублей. Подушка в руль. Подушка в руль будет установлена тоже БУ. Решили не восстанавливать подушку безопасности. По какой причине? Мы посмотрели, как выглядит чехол, скажем так, кожух на подушку безопасности. И он отличается по текстуре. По текстуре он другой. Ну, как бы... Выглядит дешево, так могу выразиться. Поэтому решили установить подушку безопасности подержанную. Стоить она будет 20 тысяч рублей. Подушка безопасности пассажира. Она тоже сработала, тоже будет устанавливаться бэушная. 14,5 тысяч рублей. А теперь мы посмотрим, как выглядит сработанная система безопасности. Итак, безопасность. Начнем с ремней безопасности. Давайте рассуждать так. Вы приобретаете подержанный автомобиль, вы хотите убедиться в том, что система безопасности вся рабочая, автомобиль не был никогда в ДТП, и все у него в порядке. Но, тем не менее, нам нужно проверить ремешочки, аэрбэги и так далее на предмет их работоспособности. Вот смотрите, вот эти ремни безопасности, они после аварии с этого автомобиля. И, в общем-то, они работают, как и работали до аварии, да? Вот он выходит, он не заклиненный. Вот он срабатывает. И для чего же нужен пиропатрон? А пиропатрон нужен для того, если, не дай бог, опять автомобиль попадает в ДТП. Соответственно, масса вашего тела летит вперед. И свободный ход, чем меньше, тем лучше. Соответственно, если пиропатрон будет сработан, то вы пролетите несколько сантиметров вперед и ударитесь об этот ремешок, как об острое лезвие, которое просто либо разрежет вам кожу, либо повредит грудную клетку. Соответственно, пиропатрон для этого и нужен. Как определить, что ремень безопасности сработан? Ну, либо будет ошибка в компьютере. Если же поставили сопротивление, да, скажем так, недобропорядочные люди, которые восстанавливали автомобиль, то только визуальным осмотром. Вот, к примеру, вот так тросик шевелиться не должен у сработанного ремня безопасности. А так визуально вы не определитесь, сработан он или нет.
Ну, также и у задних ремней. Тросика здесь нет, он внутри. Но вот если высунулся вот так вот ремешочек, вернее, тросик, этого не должно быть. Он должен быть внутри. Это говорит о том, что ремень сработал. Конечно, при покупке автомобиля сложно все разобрать и это проверить, но, тем не менее, теперь вы знаете, как это можно уточнить. Теперь посмотрим на подушки безопасности. Итак, фронтальные подушки безопасности. Вот эта подушечка в руль, эта подушечка пассажирская. Соответственно, подушку в руль будем устанавливать БУ, как я уже говорил ранее, стоимость 20 тысяч рублей. И как раз вот этот вот наружный чехольчик, колпак, назовем его так, в неоригинальном исполнении нас не устроил. В оригинале невозможно купить вот этот вот разорванный колпак, только подушка безопасности в сборе, а стоит она новая около 40-50 тысяч рублей. Поэтому устанавливаем БУ. Подушка безопасности пассажира выглядит вот таким образом. Можно восстановить, но у нас больше доверия к бэушным запчастям безопасности. Они 100% гарантированно, не дай бог, сработают. По поводу блока СРС. Блок СРС менять не обязательно, он перепрограммируется и, если что, сработает еще раз. Хочу сообщить, все запчасти, которые вы сейчас видите, БУ, бывшего употребления, мы выкладываем на Авито. Во всяком случае, стараемся их туда выкладывать. У нас есть свой магазин на Авито, Volux, Volvo Lux. Вы можете посетить его, найти для себя нужные запчасти, запчасти оптики, кузовные детали, механика, подвеска, какие-то аксессуары. Много всего интересного. Обязательно зайдите, посмотрите. Я думаю, вам понравится. А теперь переходим к стоимости запчастей БУ и начнем мы с крыла. Крыло мы будем устанавливать вот такое вот бэушное, соответственно, он другого цвета, мы его будем красить. Стоимость крыла 16,5 тысяч рублей. Фара. Это фара, которая стояла на автомобиле, мы видим, что она разбита. Стекло замене не подлежит, да тут еще и корпус разлетелся. В общем, к ксеноновой фаре хана. Будем устанавливать фару в хорошем состоянии БУ. Соответственно, мы ее полирнем, и она будет как новенькая. Стоимость фары 24,5 тысячи рублей. Бампер на автомобиле не пострадал. Он отремонтируется, покрасится, будет выглядеть как новый. А вот юбочка пострадала. Вот такая вот подержанная юбка будет стоить 2,5 тысячи рублей. Сзади меня вот такой прекрасный бэушный порожек с уголочком вместе. Кстати, вот этот уголочек, насколько я знаю, отдельно не поставляется, идет вместе с порогом. Стоит порог 4,5 тысячи рублей. Подкрылок. Подкрылок у нас только новый, бушные, не в пристойном состоянии, порванные, надорванные. Решили установить новый подкрылок, которого стоимость 6250 рублей. Ну и по мелочи различный крепеж. Такие вот кронштейны бамперов, некоторые сломались. В общем, в основном основные детали здесь и представлены они в нашем Авито-магазине, про который я уже рассказал. Перед тем, как озвучить стоимость работ и запчастей по нашему Volvo XC60, я хотел бы продемонстрировать наш кузовной цех. Кстати, не так давно мы выложили пару роликов про кузовной ремонт, и они будут в описании. Ремонтируем мы не только Volvo, а также автомобили других марок. Допустим, Land Rover Discovery, Volkswagen Touareg. По Volkswagen какие работы? Замена задней панели, удар пришелся в заднюю часть. Производим замену задней панели. Также замена лобового стекла и приводим в божеский вид капот. По Land Rover. Ну, Land Rover у нас достаточно старенький и имеет такое свойство, к сожалению, Land Rover подгнивать. Подгнили пороги, арки. В данный момент мы их привели в порядок, готовим к окраске автомобиль. Скоро будет как новенький. Так что рекомендуйте нас друзьям, родственникам, коллегам и так далее. Мы сделаем кузовные работы качественно, хорошо и с гарантией. А теперь по поводу цен. Стоимость работ, кузовных работ по Volvo XC60 82 тысячи. Работ здесь 36 позиций. Некоторые работы я сегодня не озвучивал, и сейчас я их перечислять не буду. Такие как ремонт передней панели, немного зацепила дверь. В общем, набегает на 82 тысячи рублей. А стоимость кузовных деталей и деталей по системе безопасности
152 тысячи рублей. И мы помним, что в предыдущем ролике мы обсуждали стоимость запчастей и работ по восстановлению подвески, по ремонту подвески. У нас получилось 103 тысячи рублей. Итого 255 тысяч рублей. Дорого это, дешево? Решайте сами. И напишите обязательно в комментарии. Сразу же хочу высказать благодарность, что пишете нам, даете обратную связь, это очень важно для нас. Будем ближе. Как говорится, быть в соседях, быть в беседе. Всем пока, до новых встреч.